Центр Сочи 5 минут. С да. какого этажа видно море? Мы на третьем этаже. Море. Вуаля. Как и говорил. Все честно, все по-честному. В районе 305-310 тысяч рублей метр квадратный. Получается, это первый минус, который я нашел в Сочи парк. Ваш фасад не позволяет делать балконы. Вот это все, что мы видим на макете, фактически в натуре это все будет реализовано, когда будет запущена первая, вторая, третья очередь. Гора Ахун – легендарная смотровая башня, откуда открывается невероятная панорама на горы, город и море. Эх, друзья, вот бы такие виды из окна собственной квартиры. Легко, если ваша квартира на склоне горы Бытха. Прямо сейчас я нахожусь на крыше одного из башен жилого комплекса «Сочи Парк». И да, буквально пару дней назад здесь открылись продажи. Подробности узнаем прямо сейчас. Приветствую, Роман. Приветствую, Василий. Благодарю, что пригласили на крышу. На 19 этаж я не каждый день хожу, признаюсь. Вопрос такой. Расскажи, пожалуйста, про красоту, которая здесь есть, да? Про район и вообще, где мы находимся. Роман является менеджером отдела продаж жилого комплекса «Сочи Парк». 3 года назад его мечта перебраться ближе к морю осуществилась. И сегодня он помогает сделать это своим многочисленным клиентам. Василий, рад видеть тебя у нас в гостях. Находимся мы северный склон Бытха. Наш комплекс утопает в зелени. Северный склон Бытхи этим и ценен. Вид на море потрясающий. Сзади меня горы. Вид потрясающий. Слева гора Ахун с башней Ахун. Виды здесь 100% да, шикарные. Да. Центр города рядом. И на самом деле наш жилой комплекс расположен административно-хостинский район. Ну, а территориально это, по сути, центральная часть Сочи. Ну да, здесь центр-то рядом. В принципе, тут до моровокзала, ну, наверное, минут 15 ехать все. Ну, это максимум. Расскажи, пожалуйста, еще про инфраструктуру. Что здесь есть в округе? Здесь шикарная транспортная развязка. Именно нашей локации. Можно поехать в разные стороны. 5-10 минут улица транспортная справа от меня. И мы уже опять же центр Сочи. Ну, центральный район. Центральная часть Сочи. Моровокзал, набережная. Платановая аллея, там 20-25 минут мы в Адлере. Да. За моей спиной поехали 10-15 минут, мы уже торговый центр Маримол, микрорайон там Мамайка. То есть проживаем в нашем комплексе, жильцам без проблем, временно промежутки там 15-20 минут, и они же в любой части практически. Согласен. Большого Сколько в округе школ? Как минимум, если мы возьмем диаметр, да, диаметр, там километр-полтора, здесь расположены 2 школы. Третья школа будет как раз рядом с нашим жилым комплексом. Да, но вы, получается, совместно с вашими соседями, с жилым комплексом «Кислород» будете строить школу, насколько я знаю. Да, совершенно верно. Роман, мы находимся на крыше. Понятно, что здесь просто обалденные виды. Согласен. Но, класс. Допустим, море с какого этажа уже открывается? Как это не покажется тебе странным? С какого? Да, только честно. Честно. Я проверю. Вот даже по этому стояку, если мы спустимся, там второй, третий этаж. Ну, допустим, возьмем третий этаж. Мы уже четко будем видеть полоску моря. И мы это проверим чуть-чуть попозже. Ну, я тогда предлагаю пойти и проверить. Заодно мы посмотрим квартиры, площади, ну и видовые характеристики. Чтобы скачать презентацию с планировками и узнать актуальную стоимость жилого комплекса «Сочи Парк», пройдите по ссылке в описании и оставьте заявку. Микрорайон Бытха считается одним из самых зеленых и экологически чистых в Сочи, так как здесь нет никаких производств, а вот зелени и воздуха здесь – море. Расположение на возвышенности создает особый климат. В жару на горе всегда прохладнее на несколько градусов, а большое количество зеленых насаждений сохраняет привычный для сочинцев уровень влажности.
Благодаря удобной развязке добраться на автомобиле до моря можно всего за 5-7 минут. До центра Сочи 10, до вокзала 15, до аэропорта 30 минут и до Красной Поляны 1 час. Но, друзья, это, конечно, разумеется, без учета пробок. Мы находимся на третьем этаже, как видишь, да, здесь у нас, в принципе, уже все круто. Здесь есть два лифта. Да. Я так понимаю, да. Грузовой и пассажирский. Что за фирма? Два грузовых. Два грузовых лифта. Фирма Otis. Красиво. Что можешь рассказать здесь? Плитка, декорирована лепнина, да. Ну, естественно, это все еще в работе, здесь все еще будет покрашено, все еще будет доведено до идеала, до блеска. Это не финиш? Это не финиш, далеко не финиш. Сколько на этаже квартир? 17 квартир. Какие площади? Минимальная и максимальная? Минимальная площадь типового этажа у нас 18,3 квадратных метра. Максимальная 64,4. Ваши соседи, которые строятся, у них тоже площадь начинается от 18 квадратных метров. И мне в комментариях часто пишут, какого фига вы строите эти общаги? Вот зачем они нужны? Вот скажи свое мнение. Не все люди могут позволить себе недвижимость в Сочи. Но очень много людей в России хотят купить недвижимость в Сочи. И, соответственно, в данном случае 18,3 квадратных метра, ну, для них как палочка-выручалочка. Маленькая площадь, ее легко сдавать в аренду. Она не так дорого будет стоить в аренду для человека, который захочет снять краткосрочную аренду, долгосрочную. Получается, 18 квадратных метров, они у вас продаются хорошо? Ну, я бы сказал, даже очень хорошо. Мы на третьем этаже. Море. Вуаля. Вуаля. Как я говорил. Все честно, все по-честному. Да. Окей, а что за квартиры? Какая площадь здесь? Третий этаж. Мы сейчас находимся. Квартира площадью 45,3 квадратных метра. Это полноценная двухкомнатная квартира. Двухкомнатная. Это самая большая площадь, да? Нет. Самая большая у нас 64,4. Это перед большой площадью. Но тоже не маленькая. Хорошо. А их, кстати, объединять можно? Без проблем. У нас за моей спиной расположена квартира. И в пролет. Без проблем можно будет объединить. Отлично. Третий этаж, 45 квадратных метров. Какая стоимость? В районе 305-310 тысяч рублей метр квадратный. Я смотрю, что вы здесь уже прям стены установили. Да, да. Как вы сдаете квартиру? Как мы сдаем? Ну, уже видно, да? То есть у нас уже выделены стеновые перегородки, выделена зона санузла, стены оштукатурены, машинное нанесение подчеркну. Но стяжку пола мы не делаем, но смотрение будущего собственника. Захочет он теплые полы, захочет радиаторы установить. И разводку электрики по квартире мы тоже не делаем. Опять же, на усмотрение будущего собственника, где как захочет светильники, розетки. Но силовой кабель будет заходить в квартиру. Вот для меня большой плюс – это то, что окно панорамное. Да, просто света. В Сочи стало много, к сожалению, постройки, где вот обычные окна, да, как у нас совершенно в верно, нашей да. стране строят. Вот, за это вам реальный респект. И заметь, комнатка маленькая, но света много. Хорошо, а что с коммуникациями? Полностью новые линии протянуты. Никакого подключения к каким-то действующим. У нас все фактически с нуля. А вода горячая тоже центральная? Центральная. Ну, просто центральная горячая вода это дорогая у нас в Сочи. Купили оборудование, котельная номер 6, расположена на южном склоне Бытха. Протянули полностью новую линию коммуникации. Соответственно, теплопотери, которые у нас обычно входят в воду, да, из-за которой берут сверху денежку у граждан России, они, соответственно, платить за это не будут. Поэтому в любом случае будет экономия. Так, Роман, мы в самой большой квартире. Совершенно верно. 64 квадратных метра. 64,4. Стоимость? Ну, на данный момент стоимость этой квартиры 310 тысяч метр квадратов. В Сочи, как всегда, чем выше этаж, тем дороже. Какая у вас ценовая политика идет? На сегодняшний день у нас цены начинаются в среднем от 300 тысяч. Именно этот стояк, эти квартиры, от 290 тысяч, 64,4 площадь. И плюс... Это самый минимум? Да, это самая минимальная цена за счет того, что большая площадь. И плюс 5 тысяч рублей за каждый метр квадратный этаж выше.
Что здесь? Это гостиная, насколько я понимаю. На самом деле она уже спланирована, у нас кухня-гостиная. То есть такая полноценная, крупногабаритная, двухкомнатная квартира, легко планируемая в трехкомнату. То есть выделяется зона кухни, и можно выделить три комнаты. На сегодняшний день кухня-гостиная и две спальни. Кстати, какая высота потолков? Высота потолков в среднем 2,85. Ваш фасад не позволяет делать балконы. Есть такие небольшие, маленькие а-ля лоджии, наверное, да? Можно их так обозвать. Но здесь есть, у вас в каждой квартире, я заметил, какая-то дверь. Что это за дверь? Это техническое какое-то помещение или что это? Да, можно назвать и так, Василий. Это ну, такое маленькое техническое помещение, где, как мы видим, да, расположена решетка для циркуляции воздуха. Для чего? Для того, чтобы не портить фасад. Здесь у нас будет расположена сплит-система. Да ладно, это же будет шумно. Возможно. Получается, это первый минус, который я нашел в Сочи парк. Я как собственник, мне в принципе придется заморочиться, как-то обшить здесь, для того, чтобы не было шума. Здесь на входе у нас что это? Санузел? Это санузел, совмещенный санузел. Уже выделенный санузел, о чем я и говорил. Так, а если их два, это что за помещение? Это гардеробная. Это гардеробная, общая гардеробная. То есть можно ставить как есть. Здесь у нас выложено керамзит-блок. Первый покупатель поехал. Роман, вы начали строительство в декабре 2020 года. Совершенно верно. Сейчас август 21-го. Да. Темпы просто сумасшедшие. Согласен. Я знаю, что вы даже ночью строили. Да. Почему такая большая скорость? Ну, мы такой застройщик, мы быстро строим. Быстро сдаем. Но есть же регламенты строительника, я должно там бетон там освоиться, там застыть получше и так далее. Грамотно выстроенный технологический строительный процесс, поэтому за счет этого есть самодостаточный мы застройщик, можем позволить себе строить быстрыми темпами, в быстрые сроки и быстро сдавать. Расскажи про фасад. Понятно, он из стекла. Что это за стекло, в чем его преимущество? Вообще, как мы видим, да, у нас 95% остекления как раз занимает наружный фасад. Прямо стекла... как Москва-Сити. Да, это сочинский аналог башни. Интересные стекла, теплоопрозающий эффект, как мы видим, да, зеркальное, в том числе отражение. Декор у нас композитный материал. На мой взгляд, в Сочи и должны делать именно так. Потому что, когда этот краед ты видишь, ты думаешь, блин, какого хрена? Тут столько красоты, тут зелень, горы, море и краед, и маленькие окна. К сожалению, большинство здесь так строят. Вот, но это огромный плюс. ЖК «Сочи парк», окна со сверхспособностями. Это такая озвучка фильма, да. Нашим зрителям и мне нужна полная презентация. Первое. Сколько земельный участок? Сколько корпусов, сколько этажные дома, что будет на территории и так далее. Вот прям подробно расскажи нам. Территория всего комплекса строящегося, да, вот то, что мы видим, занимает 6,5 гектаров. Фактически площадь Курта, то есть тот участок, который строится в рамках комплексного устойчивого развития территории, занимает порядка 45 гектаров на сегодняшний день. Здесь будет строиться экопарк. Вы как-то к нему причастны? Будем принимать непосредственное участие в формировании ландшафтного дизайна этого парка, формирование там тропа здоровья, будет ландшафтное озеленение, будет зона развлечения. В общем, такой мини-дендрарий в локации жилого комплекса. Что будет на территории? Будут спортивные детские площадки. Что там будет? Теннисный корт, Теннисный корт, футбольное поле будет. Ну, футбольное поле будет большое. Сколько корпусов, сколько домов? 8 домов. Они идут все 19 этажей, правильно? Да. Коммерция предусмотрена? Предусмотрена. Если говорить в рамках первой очереди, первый корпус и третий корпус, даже на макете видно, у нас здесь... Минус первый этаж будет полдома занимать коммерческие площади. Многоуровневая четырехэтажная парковка, паркинг. И сверху 4900 квадратных метров коммерческо-офисно-торговые площади. Раз мы затронули парковки, будет отдельно стоящее здание для этого. Подземный паркинг. Еще плюс подземный. Да, под каждым домом. Ну, тут небольшое количество мест. Здесь 10-20 машиномест под каждым домом. Подземный паркинг. Вы продаете их? Да.
А на территории парковочные места будут? Ну, я здесь вижу на макете, что они вроде бы да, есть. Да, конечно, как видно на макете, также у нас будет придомовая парковка. Но в идеале нам бы, конечно, хотелось бы соблюсти концепцию «двор без машин». Как это получится, насколько? Ну, время покажет. Сколько количество квартир у всего комплекса? 2608 квартир. В каждом доме сразу 306-307 квартир. А то, что мы видим на макете, будет у нас фактически построено конец 23-го года. Ну, в планах у нас конец 23-го года полностью всю жилую часть. Закрыть этот вопрос, чтобы люди уже могли заселиться и начать счастливо жить в Сочи. Вот это все, что мы видим на макете, фактически в натуре, это все будет реализовано, когда будет запущена первая, вторая, третья очередь. Друзья, вы услышали, что обещают? Точнее, что обещают, то и должны сделать. Правильно? Совершенно верно. Нужно нам руку. Да. Напомню, что скачать презентацию с планировками и узнать актуальную стоимость жилого комплекса «Сочи Парк» вы можете, пройдя по ссылке в описании и оставив заявку. Ну а я прощаюсь, до следующего видео. Ставьте лайк или дизлайк, если вдруг не понравилось увиденное. И напишите свое мнение в комментариях. До встречи, друзья!